Я убил Барли. Вадим, чё ты не помогаешь? Иди помогай. Данин, иди помогай. Хорош, 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 хорош. Тихо, меня убьют. Я добил. Все, стойте, 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 займите. 169 гемасиков. Ну почему? Вот я почему-то знал, что... Самое дорогое. Я почему-то вот, знаете, не сомневался, что скажут, давай за 249. Пунь. Ну должно. Ничего не должно. О, видал? Видал? Заветная единичка. Ну что, друзья, всем привет, с вами Кайси Дарубзи, и добро пожаловать в Brawl Stars, и со мной сегодня мои сыновья Никита и Вадим. Всем привет, друзья! Пришло время донатить. Несколько дней у меня были просьбы, пап, задонать на Brawl Pass. Да, вот купи Brawl Pass, вот, как вы и хотели, больше видосиков с пацанами. Сегодня куплю и Вадьке Brawl Pass, и Никите, да? В общем, начнем мы с Вадима. Ну и, конечно же, пару офигенных карточек. Просто мега профессионалов. А также, ребят, если очень много лайков будет на этом видосике, мы приготовим для вас отдельную рубрику, где буду играть я, Вадим, Никита. Будет реально круто, правильно? Да. Итак, залетаем сюда. Нет, зачем сюда? Ладно, сюда я зашел, соберу награды. И Бравл Пасик. Ну что, давайте сразу. 169 гемасиков. Ну почему? Вот я почему-то знал, что... Самое дорогое. Я почему-то вот, знаете, не сомневался, что скажут, давай за 249. Смотри, раз, не хватает гемасиков у кого-то, да, наверное? Подожди, а нет никакой акции здесь? Акции у тебя, как говорится, нет? А у меня больше. Чего у тебя больше? У тебя больше гемасиков, что ли? Нет. А я, кстати, не помню. Так, код автора введен. Ребят, когда что-то делаете, проверяйте, введен ли у вас код автора в магазине. Вот только заходите, проверили, все, погнали. Сколько нужно? 240... 360 надо. Нет, 360 не надо. Нужно, вот, 170 этого будет достаточно. О, нет, в смысле не хватит. 360, говорит, не хватит. Я считать умею. 170 и 83, там как раз таки вот ровно. 250, у тебя, кстати, 4 гемасика останется. Так что можешь... Да, можешь себе добавить. Так, плюс 9 уровней, да? Получается сразу 10. Ну и что, получается, собрать нужно награды? Конечно. Хоть какие-то. Ну, во-первых, Gunfighter Colt. Ну, только очки силы, это да, не будем собирать, наверное. Но тебе же не на кого забрасывать. Нет, нет. У тебя фуловая. Папа, это крутой скин? Это... такой себе средненький скин. Давай мы заберем ящики. Но остальное мы не будем собирать. Когда у нас наберется Brawl Pass 30 уровень... Ну, мы... я быстро наберу. Ну, я... Никита тоже быстро наберет, поверь. Возможно, я даже быстрее, чем ты. Нет. Почему нет? Так я помогу. Сам не, сам не катит. О, смотри, гаджеты стоун. Да, у тебя же много еще гаджетов, пассивок не выбитых. Не так уж и много. Ну, смотри, с прошлого сезона, в принципе, здесь много всего, здесь еще ящики валяются. Я думал как, мы когда поднимем 30 уровень, возьмем, допустим, как ее, боже, Бель. Возьмем Бель и пооткрываем ящики. Ну, 10-ю силу япнем, возьмем ящики пооткрываем, может быть, пассивку выбьем, я не знаю. Ну, может, да. Тебе нужна пассивка на Бель, Никит? Я без пассивки хорошо. У вас еще Бель нету, сразу такие. Я не обойдусь. Не обойдешься? Так, мегаящик, 10-ю силы. Но, видишь, как говорится, ничего тебе не выпало. Ну что, Бравл Пас есть, квесты открылись. Офигенный квест. Вот, плюс 1000 очков. Я уже все проходил. Ну, а теперь на Никитин аккаунт. А потом... Да, плюс 1000 сразу. Смотри, какой квестик. Вот так раз. 15 раз на аккаунте. У тебя, кстати, тоже такой квест будет. Погнали твой аккаунт. Так, у тебя 386 гем... О, мне даже донатить сюда не нужно. Все хорошо. Так, единственное, заметили... У меня больше, чем у Вадима. Чего не хватает, смотри. Код автора слетит. Постоянно слетает. Ребят, поэтому проверяйте тоже. Код автора должен обязательно быть вот, вот так вот. Вот. Вот теперь можно тратить вот гемасики. Как будто его убегают. Так. Он каждую неделю слетает. Его нужно постоянно водить, водить, чтобы если меня хотите поддержать, нужно обязательно вести. Так. 249 гемасиков. Брал упал 10 уровня силы. У тебя еще 130 гемасиков остается. Набор значков. И посмотрим. Посмотрим на твое везение. Сможем. Вадьким выбили что? Один гаджет, да, а получается? Я еще... Так, Gunfighter Colt. Забираем скинчик. Вот тебе скин за гемы. Gunfighter Colt, пожалуйста. Так, большой ящик с золотом. Маленький ящик. Вадьке выпал гаджет. Выпадет ли тебе что-то? Вот это нет, непонятно. Вообще... Не выпадет. Как и как им? Ну, должно. Ничего не должно. О!
Видал? Ага, видал? Ага, ага. Заветная единичка. Если, раньше из обычного. Если падает пассивка, это же круче, чем гаджет. Там да, шанс два раза выше. Оп! Опа! Опа я! И все! И все! Пассивка на ниту выпадает. Но выпала пассивка, видишь? То есть счастливый аккаунт, как говорится. Так, если выпадет что-то еще, это будет вообще круто. Но я думаю, что по одному... По одному предмету это уже достаточно, вам, в принципе, больше не надо. Так, обычно... Есть мегаящик. И... Ну, как говорится, поровну. Поровну. Плюс-минус, короче. Поехали. Что мы делаем? Мы заходим сюда, собираем тоже все эти штуки. Ну, а теперь, как говорится, раздаем гаджеты в руки и будем троим рубиться. Правильно? Итак, друзья, команда профессионалов собрана. Мы хотели сыграть в нокаут, но потом подумали, что можно сыграть и в нокаут, но вначале сыграем в силовую лигу, в командную. Мы еще ни разу. Мы же с вами не играли в силовую лигу. Ну, понятно, что мы в нокаут не играли, но сыграем сейчас в силовую лигу. Здесь нужно сразу блочим Тика. Блочим Тика, просто нафиг его уберем. Он здесь очень вредный. Я знаю, так, я блочу Тика. Я здесь, как я, как бы, глава команды, я блочу. Я думаю, что они тоже заблочат Тика. Ну, мы должны затащить. А? Ты не играл еще ни разу? Я играл, я все разы сливал. Сейчас будем пытаться затащить, ребят. Так. Ага, я, так, Никита, иди налево с Вадькой, идите налево, будешь ты перебрасывать, налево, да, я буду держать правый круг, против меня Барли, блин, он мне мешает. Никита, иди в круг. Что-то мне мешает Барли, меня убили. Вадька, что ты делаешь? Тихо, хорошо. Я перебрасывай. Никита, ты врывайся, давай. Никита, я... Ю, ах, вы ж... Так, вы справились там? Вы заняли? Во, займи. А, где-то здесь Шелли идет. Займи эту часть. Займи часть справа. Так, я убил Барли. Вадим, чё ты не помогаешь? Иди помогай! Данин, иди помогай! Что ты делаешь, Вадим? Ты не можешь добросить или чё? Вадим, я убиваю! Вадим, почему я убиваю, а не ты? Давай, я тут справа нормально сражаюсь с двумя. Блин, плохо. Хорош. Хотите, меня убьют. Я добил. Все, стойте. Займите. Короче, смотрите, вы занимайте, я пошел сражаться с ними с тремя. Я не знаю, как мы будем воевать. Никит, ты держишься? Да. Давай, держись. Уже все. Уже не держишь? Давайте мне, меня не спасай. Я иду помогать. Как я спасу? Все, Вадим, бросай эту часть. Все, 99. Все, изи. Ну это только первый. Я звездный игрок, я слышал. Кто, в смысле ты спросил? Я решил все вопросы. Давайте так, Никита идет налево, Вадим идет направо. Я по центру. Ты по центру? Я иду по центру. Хорошо, давай. Пап, давай. Будешь помогать? Ну я, мне надо отбить мою часть, Вадим тебе вообще должен помогать, по идее. Блин, меня очень сильно напрягает Барли. Вадим, чё ты подбил? Вообще ничего. Так, я справился с Барли. Никита, держишь? Да. Все, отлично, мы заняли. Мы держимся. Барли пошел к вам. Вадим, уходи, мне не нужно помогать, меня я убей. Нормально. Во, забросим, ну, двоим туда. Так, я с Шелли разменялся. Кто-то станьте в круг, там круг свободен. Ладно, все, я иду. Никита занял? Да. Все, Никита красавчик. Никита Вадим Нубасик. Почему? Я хочу постоянно. Так, давай, Барли сейчас будет уходить отсюда. Ага. Я иду к Барли в гости. Привет, Барли. Так. Что такое? Что? Я вижу. Помогаю. Блин. Давай, я Шелли замедлил. Папа, это Вадим Нубас. Да, я понимаю, что это Вадим Нубас. Я согласен. Так. Хорошо. Блин, у меня мало хп. Давай. Ульту. Ты же можешь двигаться. На ульте. Так, какая территория занята? Нормально. Сейчас справимся с Шелли. Сейчас разместим. Все, я разместил Шелли. Иду. Все, налево не ходите. Главное, правую сторону захватить теперь. Все, я полетел к Барли. Надеюсь, я выживу. Все. Ну что? Как говорится, шо? Правильно, профессионалы. Ну, звездный игрок.
Смотри, нормально? Нажмите, сколько квестов у вас будет сейчас, смотри. Три квеста. Сколько? Раз, два, по три квеста сразу. Хорош. Ну что, разочек? Мне скин будет. Давай еще разочек. Еще разочек силовую? Да. Понравилось? Я вот серебро 30 поднял. Причем здесь рандомная карта может быть. Вообще любой режим, любая рандомная карта. Награда за поимку. Сейчас, давай блочим сразу Тика. Я просто ненавижу, когда против Тика играть, особенно на таких картах. Давай, видишь, Тика. Он будет далеко бросать, и он вредный. Я возьму здесь Спраута. Вам нужно брать... Если умеешь на Эдгаре, бери Эдгара. А ты, Никит, кого уже взял? Тебе нравится... Ну, окей, сту так сту, и если хочешь, бери его. Смотри, они... Я тащил за него. Они заблочили Деда Майка. Мы сейчас... А, мы уже заблочили Тика, все. Нет, я буду брать, знаете, кого? Я могу Байрона взять. Байрона? Кстати, он здесь дальник. Здесь Байрон, кстати, неплохо заходит. Но если ты умеешь играть за него. Более-менее. Окей. Я, как говорил, я беру... В принципе, подожди, можно Спраута. А если я возьму Белль? А давай реально за Белль сыграю. Слушай, я думаю, что мы должны их разместить. Слить, конечно, можно. Проблема, что... А, но они, видишь, здесь кусты не сплошные, поэтому им долго будет до нас переходить. Главное, чтобы они... Ты сделал выбор? Да. Все, так, я выбираю, конечно же, Бэй. У нас у Никитки 9-я сила. А выбери! Я все, я выбрал. Выбирает последний чувак. У них, кстати, 7-я сила, 8-я, у них нет 10-х. У нас 2 10-х. У нас уже небольшое, скажем так, преимущество. Ворон... Пенни. Блин, все-таки, может быть, Спраута. Ну ладно, Спраут это, конечно, 100% победа. Белль не 100%. Но посмотрим. Если они нубасики, Белль сейчас их раскатает на изи. Так, готовы? Да. Никита будет слева, давай. Вадька будет держать правый фланг, я по центру. Договорились? Все, все. Мы чисто... чисто профессии что? Профессионал. Так. Так, три попадания есть. Смотри, смотри. Никита, давай, давай, давай. О, они узнали. Смотри, смотри, смотри. Они смрут, видал? Скоки Белль просто пролетают по ним. Все, все, все. Не парься, не парься, не парься. Мы выигрываем. Вообще не парься. Вадя там отравил. Я помог Вадьке. Я помог немножко. Мне ни одного удара не найдли. Все, 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 все. Сейчас Вадим умрет. Сейчас Вадим умер. Ну, Бась. Никита, Никита, ты, ты немножко забыл? А, да. С какой стороны ты должен находиться, скажи мне? Слева, правильно? Ой, меня снесли. Вот, они нас обогнали. А вот, ребят, расслабились, пацанчики. Вот и все. Вот и все. Так. Так, подожди. Попал. Есть, 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 есть. Попал. Так. Ты добил Шелли, нет? Не добил? Что ты сделал? Я обратно. Я заметил. Там Шелли в кустах, Никит. Аккуратно, там Шелли в кустах. Блин, я помогаю и вам, и себе пытаюсь помочь. Никит, там Шелли в кустах. Да я знаю. Нужно забрать ее. Эти. Все, я забрал. 15-13. Отлично. О, минус Пенни, я на нее навесил. Отходим, отходим. Отхильтесь, отхильтесь. Отойдите. У нас преимущество 15-13. Вадим. Вадим, хилься. Вадим. Я добил. Тебя убили, Вадь? Блин, блин, блин. Поганая пушка. Поганая пушка. Добейте пушку. О, хорошо, минус пушка. Уходи. А вы... Ну ладно, тогда Вадим налево. Тогда Вадим налево. Главное, не подставьтесь под Пенни. Здесь Шелли. Ставлю... Сейчас замедлится. Ну, Вадим, она замедление. Давай, 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 давай. Наш на капкан наступила. Все, хорош. Но мы не отыграли. Проблема в том, что вы любите стоять вместе. И нас просто Пенни убивает. Пенни убивает массовой атакой. Блин, ну мы проиграли. А подать? Я не понимаю. Мы должны их просто их разместить. Почему? Никита, ты уходишь с левого фланга, подходишь на центр. И через меня... Ты сделаешь то же самое. Ты становишься передо мной, Пенни в тебя стреляет, я умираю от монеток разлетающихся. Не уходите с фланга. По центру никто не проходит, проходит с ваших флангов. Отходите, все, отходите, 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 не умирайте. Видишь, нас душат. О, 25 на 10. Теперь было немножко лучше. Не уходите с флангов. Если, допустим, меня убили, тогда да, вы можете подойти, ну, помочь мне на мое место стать. Я вас научу играть профессионально. У Никиты залагало. Так, мы играем вдвоем. Просто выходи назад, уходи на базу. Просто на базу. Вадюх, отходим. Камбэк. Камбэк у нас... А, звезда у них, блин. Капец.
А что за фигня? Ребят, мы не виноваты. У Никиты вообще лаги жесткие. Капец. Вадюх, нужно как-то... А, блин, там долбанный. Я вообще стреляю. Так, хорошо. Уходим. 9 на 7. Мы в преимуществе. Никит, сиди на... Вадим, уйди. 24 секунды. Пускай они к нам идут. Пускай пытаются к нам пройти. Так. Главное, не стой возле меня. Пенни стрелит, мы умираем вместе. Просто дружно сдохни. Так. Хорошо, Пенни наступила на этот. Хорошо. Давай. Отходи. Бум! Чисто перехитрили. Никиси лагает жестко. Вот сейчас видел? Выстрел. Сейчас бы тупо минус 3 сделал. У меня лагал, капец. Вот это было жестко. О, у меня силовая лига, 3 уровень. Я думаю, что даже не нужно идти в нокаут. У нас все отлично вышло. Пора заканчивать. Лайки, подписки, колокольчики, ну и код автора. Все? Да. Всем удачи, покедова. Всем пока-пока.